Зарагур, браті, будуть співати. Після того сестра Регіна Ізманевич, будь ласка, яка бажає заспівати псалом, хай Бог благословить. І тоді буде проповідь, брат Юра Чернєцький буде говорити проповідь. Воскресшему служу я, Он с нами во все дни. Свою любовь даруя, меня Он возродил. Его я вижу руку, Его я слышу глас. И в тьме ночной Он со мной во всякий час. Он жив, Он жив, Христос вовек живет. Идет со мной, дает покой, ведет меня вперед. Он жив, Он жив, спасение совершил. Хотите знать, живет Он где? Живет Он и во мне. Вокруг себя я вижу Господню доброту. Чем скорби ко мне ближе, тем ближе я к Христу. Через бури и смятения в небесный дом ведет, а в славный час Он всех нас к себе возьмет. Он жив, Он жив, Христос вовек живет. Идет со мной, дает покой, ведет меня вперед. Он жив, спасение совершил. Хотите знать, живет Он где? Живет Он и во мне. Ликуйте, христиане, возвысьте голос свой. Пред Господом предстанем с весельем и хвалой. Надежда удрученных, опора в час невзгод. Нам жизнь дарит и хранит Христос Господь. Он жив, Христос вовек живет. Идет со мной, дает покой, ведет меня вперед. Он жив, спасение совершил. Хотите знать, живет Он где? Живет Он и во мне. Он жив, Христос вовек живет. Идет со мной, дает покой, ведет меня вперед. Он жив, Он жив, спасение совершил. Хотите знать, живет Он где? Живет Он и во мне.
же мало с тобой я знакома. Чем тебе отплатить, мне тебя прославлять, восхваленного слуга мира. Возрожденный не хочет молчать, бесграничность прощения вкушая. Я хочу приветствовать, во-первых, поздравить каждого из вас, дорогие мои, тех, которые присутствуют здесь, в этом прекрасном зале, наполненном народом Божьим, а также тех, которые присутствуют с нами онлайн, поздравить искренне, сердечно каждого из вас, а также поприветствовать этим великим, торжественным, таким особым, таким милым и дорогим нашим сердцам приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Поздравляю вас с праздником Победы. С праздником Победы. Потому что Он победил, и мы в Нем победители. Это самая прекрасная и хорошая новость, которую может получить человек, что во главе стоит великий с большой буквы победитель. Великий победитель. И имя ему Иисус. Имя ему Иисус. Я знаю, что это имя дорого вашим сердцам. Над этим именем тысячелетиями глумились, унижали. Это черная чума к востоку от нашей Родины, Украины. Это имя умоляло десятилетиями. А если быть точным, свыше 70 лет умоляло. И железным кованым сапогом топталось по этому имени. Искореняло. Из общества. А мы шептали: «Воистину воскрес!» В учебных заведениях, в школах вашим детям, нам, которым по возрасту уже чуть больше, убеждали, переубеждали, настигали, наставляли, просто бомбардировали
Его нет, Его нет, Его нет. Показывали нам на тезку моего, Юрия Гагарина, который, видите ли, где-то он там чуть выше поднялся от земли и, видите ли, заявил, что Бога не видел. Это были первые его слова, когда он приземлился. Бога, говорит, не видел. А детские губы шептали, а он воистину воскрес. А он воистину воскрес. Аллилуйя. Это великое имя. Из тысячелетия в тысячелетие. А он воистину воскрес. Дорогие мои, да он более жив сегодня, чем я жив. Вот он более жив, чем я жив сегодня. Так мы верим ему. Вот наше христианское вероисповедание, а я всегда люблю говорить, ну, в период этих пасхальных великих праздников, я всегда об этом говорю и акцентирую на этом, что наше вероисповедание с вами, оно основано из всех вероисповеданий, существующих на земле. Оно основано на воскресении своего основателя, то есть Иисуса Христа. Других подобных нет. Я второе добавляю в этом случае, что если бы мы забрали истину о воскресении из этой книги, что является нонсенс, невозможно. Если бы мы забрали истину о воскресении, наше вероисповедание, оно совершенно потеряло бы свою силу. И из-за этого мы так уверенно говорим, а он воистину воскрес. А он воистину воскрес. Его смерти и воскресения достаточно для всех времен, для всех поколений, для всех народов, для всех тысячелетий, без исключения. И все это заложено и заключено в этом великом имени Иисус. Он все для нас. Он все для вас. Он все во всем. Он все над всем. Это драгоценное имя. Среди нас есть украинские воины. И история человечества знала прекрасных имена героев, которые совершали подвиги во имя своей страны. Многие имена, они резцом оставлены на каких-то мемориалах, на памятниках. Где-то на скалах высечены эти имена. Даже в одном из штатов Америки есть. Это те, которые положили души свои за свой народ, за свое отечество. Кто-то, защищая свою страну, был убьен. Мы с почтением и с молитвой вспоминаем падших героев, ну, украинцев, воинов, те, которые, защищая свою страну, нашу, мою и вашу родину, они защищают от чумы восточного соседа. Мы с почтением и уважением относимся к этим именам. Христос сказал, нет больше той любви, кто положит душу свою ради друзей своих. Но все эти герои, все герои, они относили себя и их героизм к определенному времени, к определенной нации. Это в Америке было, как мы говорили, это в Украине, это в других странах. Оно касается какого-то небольшого периода времени.
вспомним 10 лет, ну, 50, ну, максимум 100, ну, пусть 150. И как-то оно улетучивается из памяти общества. Но не так с именем Иисуса. Аллилуйя! Не так. Тысячелетиями его героизм воспет в веках. Воспет в песнях. В стихотворной форме мы возвеличиваем героизм и подвиг единственного для всех народов. Аллилуйя! Аллилуйя! Знаменитое, чуть в экскурс войду, в вопрос или в историю становления пасхального праздника. И вспомните, что Господь говорил в 12-й знаменитой исход. Первые несколько стихов. Второй стих, кстати. «Месяц сей, да будет у вас началом месяцев. Первым да будет он у вас между месяцами года». Вот что для нас является Пасха наша, Христос заклан за нас. Пасха наша не куличи пасхальные и не крашеные яйца. Это второстепенное. И я знаю, что на наших обильных столах сегодня вечером или после обеда мы будем вкушать. Мы будем вкушать. Но это не основное, это не основополагающая причина этого праздника. Это другорядное, по-украински, это второстепенное. Второстепенное. Месяц этот у вас да будет началом месяцев. Христос установил, а каждая истина параллельна в Старом Завете и в Новом Завете. Христос сказал, что не январь, не февраль, но Пасха – это начало месяцев и это начало года. Вот, ну, мы празднуем январь, ну, понятно. Ну, это такое вот, январь, февраль, там, пришел, ушел год. Но для нас Пасха – это number one. Это самый первый день нашего с вами спасения. Почему? Христос свою жизнь положил за нас. Да будет Он у вас, это установление вечное. И Господь сказал, это вечное установление. Это не на период короткий, это вечное установление. И Господь сказал, празднуйте. И там 12 глава, читающее Слово Божие. Вы знаете, что там написано. Это была ночь тревожная, это была ночь ужасная, это была ночь опасная, пасхальная ночь, заклание пасхального агнца. Вы знаете состояние семей израильского народа, когда Бог учредил ветхозаветнюю Пасху. Вы прекрасно знаете. И один из следующих стихов, после этого четвертый стих говорит, а если семейство так мало, что не съесть агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайший к дому своему по числу душ. Если так мало, так разделите его. А смотрите, какой глубокий смысл. Разделите агнца. Церковь, разделите агнца. Вы возвратились, я слышал недавно, с Мексики. Что вы делали? Вы разделяли агнца. То есть, разделите его. Не держите для себя. Не держите. Разделите это. Расскажите о нем. Поделитесь с ним. Это то, что делает, ну, наше служение. Многие из каких-то, возможно, одноименных ваших служений, если у вас есть какое-то одноименное служение, то что делает церковь, Way to Salvation, и то, что делают сегодня миллионы и миллионы последователей истинного евангельского христианства, основанного на учении апостолов. Мы разделяем агнца, мы проповедуем Евангелие,
Мы говорим о нем. Мы не можем держать в себе. Мы не можем скрывать эту весть. Повесть чудная, вечно новая о Спасителе любви. И мы делим этого Агнца. Мы делим его. Продолжайте. Молодежь, продолжайте это делать во имя Господа Иисуса Христа. У вас хорошо получается в этой стране. Говорите о нем. Говорите об имени. His name is beautiful. His name is wonderful. There is no any other name but the name of Jesus. We glorify His name. We worship His name. We magnify His name. Говорите об этом имени. У вас прекрасный английский язык. Быстро усваивайте. Рассказывайте, делите этого Агнца по семействам, с соседями, как здесь говорит. Призовите его и рассказывайте о нем. Аллилуйя! Аллилуйя! И вот я бегло иду. И вот представьте себе вот этот пасс-овер, это Пасха. Братья говорили несколько дней подряд, что означает Пасха. Новозаветная Пасха – это Христос заклан за нас. Ветхозаветная – это пасс-овер. Проходит мимо. И вот представьте себе состояние этой тревожной пасхальной ночи, когда Бог рукою крепкою вывел народ свой из земли египетской, а фараона и армию его погубил. И Господь сказал в своем слове, что я поражу от первородного, от фараона, сидящего на троне своем, до первенца узника, то есть в темнице, и до первородного скота. Всех поразил. А дома ваши защищу. И вот, вы знаете, снова бегло иду, когда помазание было на косяках. Всякая истина параллельна. Это помазание крови Иисуса пасхального, уже новозаветнего Агнца. Оно на наших домах. Оно на косяках наших домов. Оно на косяках наших сердец. Оно на нашей судьбе с вами. Я знаю, вы делаете то, что мы практически ежедневно делаем в моем доме. Практически ежедневно. И на сегодня онлайн с нами. Она знает, что не вру. Каждый вечер мы призываем кровь Иисуса. Мы всегда говорим, я говорю, Господи, помажь косяки этой территории, помажь косяки моего сердца на эту ночь, помажь косяки домов моих родителей, друзей, помажь косяки церкви, way to salvation, помажь косяки больных, за которых мы молимся, кровью Твоей, а в этой крови исцеление, а в этой крови освобождение, а в этой крови победа. Я знаю, что вы делаете то же самое. Вот что для нас является помазанием на косяках наших домов. Аллилуйя! Аллилуйя! И вот этот губитель проходит, и я так представляю, прошу так, ну, чуть-чуть такую, войти со мной в такую визуальную, так сказать, панораму пасхальной ночи в Египте. Я не знаю, насколько это верно, но я слышал свидетельство о том, что те, которые видят ангелов, вот, видят ангелов, ну, кто-то в выступлении видит ангелов, Господь некоторым являет ангелов. Прям я верю в это, и вы верите в это, потому что мы верим в Слово Божие. Ангелы даже в настоящее время. И говорят, что ангелы, те, которые видели их, те, которые мне рассказывали, я говорю, какой величины ангел? Он говорит, Юрий, он где-то порядка 7 футов, говорит. Я его видел, где-то 7 футов. Вот представьте себе. Ангела, которого я видел, это впервые в проповеди Way to Salvation церкви. Ангела, которого я видел в 11 лет, как раз в ночь, когда я получил духовное крещение со знамениями иных языков, ангел был небольшой, очень небольшой, но весь в белом одеянии. И прошло уже 51 год, и я помню его, как я, настолько я его вижу сегодня, как я вижу вот этого братика, который сидит спереди. Вот настолько он в моей памяти сфотографирован. Так вот, и вот эти великие ангелы, ангел-губитель, который проходил и
видя помазание крови пасхального агнца, проходил мимо израильского народа, израильских домов. Я представляю дети в домах, потому что отцы, родители рассказали, что происходит. Я глубоко верю, что вы, родители, делаете то же самое. Это практика в евангельских церквах. Это нормально. Вы сегодня это, возможно, вчера, позавчера, вы в кругу вашего стола, ваших детей, вы рассказывали. Вы открывали 12 главу Исход. Ну, мы всегда это делаем. То есть церковь, мы всегда это делаем. И всегда вспоминаем. А что, Юрий, ты не читал это рік назад чи два? На що ще читати? Повість чудная, вечно новая. Всегда, когда читаем, оно открывает нам по-новому. Постоянно новое что-то. Вот черпаешь что-то новое. В этом пасхальном агнце находишь что-то новое, постоянно свежее, постоянно особое, необыкновенное. Всегда что-то находишь. Вот почему пасхальный вечер в израильском народе, а также в наших церквах и в наших семьях, это некое поучительное, ну, некий поучительный или образовательный урок для детей. Образовательный. Мы, воспитывая детей, образовывая детей, мы говорим, видите, что Господь сделал? Это, детки, для вас. Это также для вас предназначено. Спасение, вечная жизнь также для вас. Господь простил также ваши грехи. То есть, такой поучительный процесс. Господь сказал это. Когда вы празднуете, когда вы садитесь за стол, и Он дал повеление главам семейства. Скажите, говорите об этом детям вашим. И пусть ваши дети говорят их детям. И для всех последующих поколений, что соделал Господь в земле египетской рукою крепкою и десницею сильною, когда дома египтян погубил, а вас избавил от рабства фараона. Это поучительный, глубокий смысл в этом, и мы это делаем. И вот эта детвора сидит за этим пасхальным столом и видят эти семиметровые, возможно, ангелы-губители проходят, а к ним не заходят. И дети кричат, «Father! Mother! The angel is passing over! The angel is passing over! Look! Ангел проходит мимо! Папа и мама, смотрите!» Проходит мимо. И я представляю, какое Писание так говорит, великий вопль стоял в домах египтян, а Господь свой народ избавил. Итак, мы давайте перейдем несколько минут в Новый Завет, переключимся. Весь о пасхальном агнце, она проходит, как мы говорим, глубокой истиной через всю Библию. Вот это Старый Завет, 39 книг. Старый Завет, это Новый Завет для тех, которые не знают. Вот это Христос в буквах. Вот это Агнец в буквах в Старом Завете. А в Новом Завете 26 книг. Это воплотившееся Слово. Это Христос как живое Слово. Но все вместе это о Нем. Старый Завет говорил о том, что Он придет. Каждая книга Старого Завета. А Новый Завет говорит о том, что Он уже пришел и еще раз придет для ожидающих Его во спасение. Буквально несколько месяцев назад мы имели великую привилегию праздновать рожденного младенца.
А сегодня, этот период пасхальных праздников, мы празднуем пасхального Агнца. Мы говорим так: родился младенцем, а умер Агнцем. Родился младенцем, а умер Агнцем. Только одна личность во Вселенной могла так. Одна личность во Вселенной. Апостол Павел говорит, и иду к завершению. Филиппийцам, 3 глава. Откройте, пожалуйста, 10 стих. Филиппийцам 3:10. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, и следующий стих, дабы достигнуть воскресения мертвых. Вот для чего новозаветная Пасха. Вот для чего мы всегда говорим об Иисусе. Чтобы познать Его и силу Его воскресения, участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. О чем апостол Павел говорит? Апостол Павел ссылается на свое первое послание к Фессалоникийцам в 4 главе, в 16 стихе. Откройте, пожалуйста. О каком воскресении мертвых апостол Павел говорит? Потому что сам Господь при возвещении, при гласе ангелов и трубе, следующий стих, Божий сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, затем мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках. Вот о чем говорит. Поэтому, друзья мои, наша новозаветная Пасха вот для чего апостол Павел говорит. Дабы познать Его и силу Его воскресения. Что это такое? Мы сораспяты с Ним. Мы погребены с Ним. Погребенены с Ним. В смерти Его. Мы совоскресли с Ним, и мы посажены с Ним на облаках. То есть наше все, оно в Нем заложено. Мы умерли с Ним, мы были погребены с Ним, апостол Павел говорит, мы совоскресли с Ним, и мы посажены с Ним на облаках. Вот это да! Вот это новость! Вот это благодать! Вот это благодать. Смотрите. Пожалуйста, откройте Колоссянам 3 главу. Я очень бегло. Я пропущу 1 стих, 2, 3 пропущу. Хотя можете пустить с 1 стиха. Оно будет к связке. 3. Совершенно верно. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Дальше второй стих. О горнем помышляйте, а не о земном. Это то, что братья говорил в одной из проповедей на днях. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. И четвертый стих. Держите, пожалуйста, этот стих. Когда же явится Христос, жизнь ваша. Вот кем для нас является Иисус. Когда же явится Христос, жизнь ваша. Дорогие детки, Христос – жизнь ваша. Дорогая молодежь, Христос – жизнь ваша. Дорогие родители, Христос – жизнь ваша. Дорогие старцы и старицы, возможно, пожилого возраста, Христос – жизнь ваша. Я часто общался с людьми других, так скажем, этнических групп. И говорю, что для вас является главной целью в жизни? Одна из, не буду именовать, дабы не сочли меня вот, ну, некорректным. Они всегда говорят, дать образование детям, для меня это цель моей жизни. Это многие говорят. То есть многие говорили мне, и вам, наверное, образование, блестящее образование дать для детей, это все для меня, говорит. Как сейчас помним, отец и мать мне говорили, и неоднократно. То есть для кого-то жизнью является дать детям образование. Плохо это? Нет. Но это другорядное. Для другого обрести карьеру,
Это для меня целью жизни является получить образование и иметь хорошую карьеру, хорошую работу. Плохо это? Конечно, неплохо. Это в свою меру, это хорошо. Но это не основное. Когда же явится Христос, жизнь ваша. Когда же явится Христос, жизнь ваша. Вот кем для нас является Христос. Это жизнь наша. Это все наше. Это дыхание наше. Это настоящее наше. Это будущее наше. Все заложено в этом великом, драгоценном имени Иисуса Христа. И последнее. Откройте, пожалуйста, знаменитое, и мы завершим. Мы сейчас вместе. Вы будете, возможно, внутри читать. Я буду читать вслух. Четвертое откровение. Откройте, пожалуйста. Четвертая глава Откровения. Знаю, что некоторые знают, о чем я говорю. Нет, возьмите пятое. Возьмите пятое с 11 стиха. Пятое. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола. Дальше. И животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, дальше, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу: благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». И дальше. И четыре животных говорили: «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Аллилуйя! Аллилуйя! Христос воскрес, церковь! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя!